Я бы, во-первых, не хочу обижать, красивая женщина. Вы никогда, реально, и вся ваша шобла, ничего в жизни, кроме смеха, не делали. Вы никто, и звать вас никак. Да вы я ничего что в жизни не сделали, кроме жить на гранте. А вы что, снимаете? Вы проститутки. И я живу, в отличие от вас, за свои деньги, а не за деньги Сороса. Доброе. Да. Ты и муж живете за деньги Сороса. Безобраз. Я живу за свои. Ну, что от них можно требовать? IQ ноль. Я думаю, она не понимает даже, о чем я говорю. А вы мужчиной? Вытраты ты просто два... Вот тут ты попала. Что я предложил? По-перше, на вы, будь ласка. Не смей, девочка, вы не смей, девочка, болтать. Можливо... Я не давал вы вам были слова. Народным... У вас какой-то базарный с подгородней, знаете, с какого-то колхоза крыжопольского. Сленг. Ваш уровень научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на ток-шоу, девушка.